В темпе вакцинации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня рассказал, почему Россия не справляется с пандемией коронавируса. В чем причина и как можно улучшить ситуацию, расскажем далее. Наш эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». Дмитрий Песков на пресс-конференции заявил, что распространение коронавируса в России можно замедлить и остановить только одним способом – ускорением темпов вакцинации. Отметим, что ситуация с коронавирусом в России и в Кировской области остается напряженной. Так, в регионе за последние сутки выявлено 118 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания. Два человека скончались. В больницах более 3500 жителей области. За последние сутки в Кировской области было зафиксировано 4 очага лесных пожаров. Их быстро потушили. Всего с начала пожароопасного сезона пожаров было около сотни. Большинство из них началось по вине местного населения. Костры, сжигание мусора и прочее. 13 возгораний произошло из-за грозы. В этом году Кировская область получила дополнительные средства на ремонт дорог по проекту «Безопасные и качественные дороги». Общая сумма всех траншей в бюджет составит 1 миллиард рублей. Этого хватит на ремонт 23,5 километров дорог. Работы будут проведены в Богородском, Пижанском и Яранском районах. Во время ежегодного чёта птиц сотрудники заповедника Нургуш обнаружили редкий вид утки луток. Самку с двумя птенцами заметили на одном из озер охранной зоны. Луток – это таежная птица, она заселяет дупла деревьев по берегам пресноводных водоемов. Ранее выводки этого вида крайне редко встречались на территории заповедника.